Та ну на. Да ты шо? Да ты мой чемпион. Да ты шо? А я не понимаю, ты специально регаешь, да? Ты снайпишь меня? Ну шо ты, голова, как дела? У меня каждую игру тьфу-тьфу играют. Я ненавижу нахуй. Я уже четвертую сегодня зарегал. Я ща МК возьму, мы вообще... Давай, брат. А когда не давай? А давай, брат, давай. Когда не давай? Кстати, в моем телеграме каждый месяц разыгрываются 3 арканы. Все, что нужно, поставить лайк и коммент на это видео и нажать одну кнопку «Участвовать» в закрепе. Желаю всем удачи. Какой-то... Дай мне опс на ВР-ке, пожалуйста, блядь. Я молю всех богов этого мира, дай мне опс. Дай мне, блядь, опс, дай мне. Дай опс. Ой, блядь. Что такое, брат? Что за игры были сегодня? Ну честно, давай, как дела вообще? А вот такие все и были. Все и были. Вот сын просто бить. Ты шо, нахуй? Ты обсервер, блять, нахуй, наблюдатель. А когда его ломать можно будет, нахуй? Я приду, я разобью. Ебать, руду пи***ла, блять, соберись, сука, куда ты ушла? Пошла нахуй. Блять, на ВР-ке жестко пакано, ебать, он центряк с собой в мид взял. А у меня отца нет. Вот так вот. Че, брат, работаем? Да, повершот, брат. Ой, блядь, ты шо на джоггере? Ого. Я воровал! Блядь, я воровал! Я воровал! Как дела на медовом центральном коридоре, брат? Как идут дела? Все, Чикаго. Не пошла дота. Пошла она! Go middle, быстрей, go middle, быстрей, go middle, my friends. Так. Ой, блядь, ты кто, брат? Привет. Я фидить, типа такой, типа я фидить, смотри, типа я фидить, а он лох. Давай, давай, помогите мне, братья славяне, помогите мне, жопу. У героев много, мы уже убьем их, давай, давай, давай. Хукай, 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 хукай. Ну мне... Блядь, пуч. Что, блядь? Хукай, пуч, хукай. Пуч, хукай. Хукай, пуч, пуч, хукай. Блядь, куда ты хукай, твою мать, пуч, пи***ть нахуй. Сейчас будет дубль 2, сука, вы меня не верите. Сейчас будет, мужики. Мой друг пел как соловей, такой. Я убивал, блядь, я насиловал людей. Брат, смотри! Ой, блядь, чё? Не говорите мне ничего, все, не хочу жить. Метрики у вас сделали? Сделали, все, не пи***ть. Брат, а что если я покажу, что я человек серьезный? То есть я не боюсь людей. Давай, давай, иди за ним, иди за ним. Я закрыл человека, я закрыл, сука, я закрыл скелета, блядь, в шкафу. Я храню скелета в шкафу, брат. Что ты думаешь по этому поводу на Тимбере? Парни, поставьте, пожалуйста, паузу. Мне когда ставка пришла, хуй знаю, что привезли, ничего не заказывал, бля, возможно, менты, нахуй. Поставьте, пожалуйста, паузу, пацаны, 2 секунды, я вернусь к вам. Какие менты, брат, я же говорил, блядь, в Питере не надо жить. Ладно, позаботимся о человеке. Пойду подрачу. Кому? А это уже секрет. Ну, честно, кому? Честно. Ты где живешь? Уфи. Сейчас я доеду. Ты где, брат? В Пензе. Где? В Пензе. Пизде. Ну, я в пизде люблю. Я по девочкам тоже как-то. Ты би. Я Кирилл. Ты би? Я Кирилл, блядь. Ты... Ух, не ху... ты, сука. Ля, мама, блядь. Я просто тут увидел тебя от третьего лица, брат. Ты, конечно, такой, ну, плюнул бы в жопу мне, давай честно. Я, ну, трогал девочку на вайпере, давай честно. Ну что, ребята, пришла весна и нашему любимому позывному пиво. Нужна наша помощь. Наш комрад на Эпикуте решил устроить нам топовую и, что самое важное, бесплатную мини-игру Hook Race. Все, что от нас с вами требуется, помочь позывному пиво. Поймать эту девочку цемочку или же наоборот, попытаться убежать от позывного пива за цемку. Успешно поймал цемочку? Тогда смело можешь забирать свою бесплатную награду. Играть можно раз в час. А также за накопленные победы тебе будут даваться мега-сундуки, в которых тебя будут ждать особенно крутые скины. Ну и также не забываем, что по моей специальной ссылочке можно получить абсолютно бесплатный батл пас, в котором вы сможете за каждые 15 уровней прохождения получить гарантированные арканы, а на 60 уровне гарантированный ДК Хук, аркану на ВК или плечи на СФ. Короче, все это добро по ссылочке в описании. Промокод на дополнительный баланс оставлю также снизу. Девочку трогу, давай, передавай честно. Только хуби. Девочки? Да, в Таиланде. Понравилось? Да. А ей? Ему. Так, ладно, я сейчас приду. Надо опустошить пак. Какой пак, брат? Я перед игрой опустошил уже, я такой заранее. Сливной. Девочки знали, что ты трогал их, давай честно. Да, это был физрук. Ля, сука. Я хочу собрать аганим.
честно, ну как к Мефедрону относишься? Осуждаю, это все вроде шутка. Я есть Мефедрон. Осуждаю. Я есть магия. Magic. Жди, говори. Magic Slows. Ну честно, как к пиву относишься? Я не пью. Почему? Я сосешь. То, что ты сосешь, я знаю. А к пиву как относишься? Я тоже. Я сосешь. Да я понял, что сосешь, брат. К пиву как чисто относишься? Чисто гречка. Гречка. Поварь, ну. Разваристая? Нет. В пакетиках. Да в пакетиках, я не сомневаюсь. Конечно, в пакетиках, брат. Конечно, в пакетиках. Сука, пиво горячее. А ты куда он? Походу, повзяли, мужики, паузу. Паузу, мужики. Да, пацаны, проблемы возникли. Все, сейчас я 2 минутки нахуй и подойду, отключаться не буду. А чё такое, брат? Чё произошло на антимаге? Давай честно. Маме пакеты до кухни доносил. Сейчас приду, расскажу, подождите. Тут лютая хуйня, пацаны. Так, ладно, я аганим хочу сварить. А что ты ещё варишь, брат, в своей квартире? Давай честно, кроме аганима. Против сларка. Что ещё? В Питере живёшь? Рис. Я тоже рис ем обычно, брат. На 2000 месяц живу. Ем гречку и рис. Что думаешь по этому поводу? Да хорошо. А почему шёпотом, брат? Мама спит. Или чё? Да. Ну, у тебя хотя бы мама есть, у меня нет, у меня 12 тысяч часов, вроде как бы. Давай честно, ну, топ-2 твоих любимых персонажей злого пацана. Клакривый. Сука, я не могу, блядь. А второй? Кощей. Все, парни, я здесь, все, парни, я здесь. А что произошло, брат, такое? Давай, объясняй. Да, блядь, роллы привезли, я их не ждал вообще. Кого и... привезли? Роллы ебаные. Ну слушай, китайская хуйня, знаешь такая? Китайская хуйня? Ну, брат, знаю, блядь. Да, бывало такое, китайская хуйня. Я просто никого не заказывал, а привезли, почему не знаю. А ну, кто ладно. Привез? Да, у тебя девочка есть, давай честно. Есть, но ведьма она и заказала, я хуй. Ну я об этом говорю, такой, брат, он все-таки стоит в этой жизни что-то начать первым делать. Почему тебе женщина, ну, заказывает суши? Так он хуй ты взял, чтобы мне заказали, блядь, не она себе заказала, пока просто не дома. О боже. Нет, мы вместе живем, блядь, чел. Ага, вместе живем, ты не знаешь, что она заказала суши. У вас какая-то проблема в ваших семейных отношениях, ты хочешь обсудить это, давай честно? Не, спасибо. Почему, брат, есть какое-то обновитие, что это ненормально? У вас происходит недопонимание в семье, это ненормально. Ладно, все, завалил, я играю, тихо, мы так пройдем. Ты знаешь, что такое гештальт-психология? Ты говоришь о проблеме, а мы ее решаем. Давай. Как пиво на антимаг? Вот, ну, вообще антимаг, давай, сколько лет, честно? 23. А сколько, ну, непосредственно вот с этой, ну, особой? 2 года. Вот что, 3. Вот что она вот нашла такого в таком человеке, как ты? Хуй знает. Не знаю. Вот и я о том же, брат. Тебе не кажется странно, что суши без тебя заказывают? Может, она тебе заказала любовнику? Так, да и, блядь, мы живем-то вместе, ебать. Я нихуя не думаю, все завлеем. Да в смысле, блядь, я какой-то мой, какой-то мой приеры, какой-то манкерки батле с этого фэра, за там хрен, я слопав оружие, кан, я вдруг рабочий. Ты такой пел своей женщине, давай честно? Да вот, тебе кину, братан. За что? За что, сука? Ну, женщине пел такие сильно надо, давай честно. Вот на вейпере мой мальчик, чисто шептун. Можно у тебя пацаны шептун будет? Я сосошь. Пойду подрачу.